Участвуют 4 возрастные категории – от 2004 и старше до 2007 и младше. За победу сражались юноши и девушки из 19 команд. В первый день турнира пловцы преодолевали 7 дистанций – вольным стилем 800 и 1500 метров, 200 метров на спине и комплекс 100 метров брас и вольный стиль, а также эстафета 4 раза по 50 метров вольным стилем. Бассейн очень хороший, никогда не плавал в таком. Вода прозрачная. Но так очень большой плюс – то, что он открытый, очень хорошо дышится во время. Такие соревнования в смене проходят впервые. Цель турнира – популяризация плавания и выявление сильнейших юных пловцов. Кроме того, для самих ребят это возможность обрести новых друзей. Когда ребята там из Барнаула познакомятся с ребятами из Пензы, а эти знакомства, эти связи, они остаются на всю жизнь. Потому что я сам по себе знаю, что проходит много-много лет, 20 лет, 25 лет, а ты встречаешься и знаешь, ты помнишь, с кем ты был на соревнованиях, кем ты был, из какого города, из Питера ли он. Или из Самары, или из Волгограда. И это все то, что остается с тобой на всю оставшуюся жизнь. Это самый главный багаж, это самая главная победа. Победители получили грамоты, медали, кубки и ценные подарки.